Друзья, я вас приветствую. Сегодняшнее видео снова для начинающих разработчиков. Сегодня урок 4. Продолжим работать со строками. Сегодня будем делать самые простые операции поиска, когда нужно какую-то часть строки в другой строке. Ну, в общем-то, давайте переключимся в Visual Studio. Я напоминаю, что нужно подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие уроки. Ну и, в общем, все как обычно. Поехали дальше. Давайте, друзья, для начала создадим проект. Пусть это будет снова консольное приложение. Пусть оно называется образно и подобие, как назывались предыдущие варианты. Leon 4, пусть лежит в этой папке, неважно. Создадим в Net 6.0. Ну, в общем, собственно говоря, суть сводится к тому, что у нас есть определенное количество строчек, которые нам нужно вот таким вот образом использовать. Итак, у меня есть две строки line 1 и line 2, и, в общем-то, мне нужно сделать какой-то поиск, ну, например, слово дневник, и для этого я буду использовать метод, который называется contain, от английского слова содержит, и искать его, собственно говоря, будем выводить в консольное приложение. Для этого мне нужно написать console write, и здесь я хочу в line 1 найти, собственно говоря, тот самый метод, который называется contain. И обратите внимание, что мне нужно указать значение, которое я собираюсь искать. Это слово дневник. Я нажимаю Enter. И надо сказать, что в результате выполнения команды у меня будет выведено либо true, либо false. То есть boolean значение, которое говорит о том, есть ли это значение в этой строке или нету. Я нажимаю F5. Ну и как вы видите, у нас отобразилось слово true, то есть да, действительно это слово есть. Давайте попробуем теперь найти слово математика в строке номер 2, математика. И запустим еще раз приложение. Ну и как вы видите, у нас два раза true, то есть и тот, и другой. Соответственно, если мы задержим, начнем искать слово дневник 1, или математика 1, то, в общем-то, такого значения нету, поэтому у меня отобразилось два раза false. Это первый вариант искать, как это, собственно говоря, работает. Я думаю, что очень просто и понятно. Есть еще другие варианты, как это ищется. Ну, например, если у меня есть, допустим, так, давайте я Ctrl-C вот так вот его закомментирую. А вот, допустим, у меня есть необходимость найти слово приходит, да, то есть приходит. И обратите внимание, я ищу его в первой строке, нажимаю F5, и результат нет. Почему? Потому что у меня слово приходит начинается с большой буквы, а я ищу с маленькой. Если я нажму слово приходит, выберу, вернее, слово приходит с большой буквы, то, соответственно, у меня пока отобразится true. Более того, можно сделать другой вариант, который говорит о том, каким образом мне осуществлять поиск. Есть расширение этого метода, которое позволяет ну, сделать вот такой вот выбор, например, invariant culture in no case, то есть она не будет проверять, на какую культуру основан этот запрос, то есть на каком языке написан, грубо говоря, будет просто тупо сравнивать буквы, и при этом будет игнорировать так называемый case, ну, то есть застрочная или заглавная буква. Ну и как вы видите, я написал с маленькой буквы, поставил ignore case, и она отобразилась true, вот она, потому что она не проверяет совпадение на большие и маленькие буквы. Ну, это как вариант. Теперь смотрите, какие еще есть варианты поиска. Допустим, мне нужно искать... Нет, давайте по-другому начнем. То есть есть три варианта поиска. Это contain, то есть когда ищется вхождение строки в строку, то есть содержание в какой-то строке, какой-то ее части. А еще есть вариант искать line 1, допустим, start with. И, собственно говоря, давайте я сделаю, допустим, line 2, end with. То есть, соответственно, начинается строка на какую-то часть и заканчивается строка на какую-то часть. Ну, слово. В общем-то, тут на самом деле все очень просто. Если я напишу при, здесь напишу заканчивается на, допустим, восклицательный знак. Ну, давайте по-русски напишем восклицательный. Вот русский восклицательный знак. И, соответственно, если это вызову, у меня здесь будет два true, то есть это условие выполняется. И это тоже один из вариантов искать. Надо сказать, что здесь также существует
способ подстановки string comparison, то есть вы можете установить параметр, использовать заглавные буквы и устанавливать языковую культуру. В общем, что нужно сказать? На самом деле поиск строки в строку, в строке нахождения, это на самом деле достаточно простой вариант, и это, надо сказать, часто вам придется делать, особенно поначалу, ну, в общем-то, от этого никуда не деться. Нужно понимать просто, как это работает. Я думаю, что здесь все просто. Ну и другой вариант. Давайте я вам еще покажу одну штуку. Допустим, я хочу узнать, сколько раз у меня встречается, допустим, двойка во второй строке. Line, index of. Ну и мне здесь нужно указать, ну в данном случае, двоечку, которая будет говорить, собственно говоря... Ой, не то написал. Которая покажет, какое количество раз эта штука здесь появляется. Ну и в данном случае у меня здесь, естественно, вышла ошибка, потому что я ищу двойки в строке, собственно говоря, 1, там двоек нету, и показался результат минус 1. То есть индекс of показывает, какой, начиная с нуля, вот здесь сколько, ну, много, видимо, букв, начиная с первой, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, в какой индекс попадает вот эта двойка. Так как у меня в первой строке line 1 двойки нету, мне показал минус 1, то есть нету такого значения в этой строке. Давайте поменяем на номер 2 и посмотрим, что покажет нам теперь. Смотрите, индекс of сейчас мне показал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, короче, 12 это вот первая двойка. И, собственно говоря, получилось, что вот этот индекс of пробежал от нуля, нашел первую двойку, установился и показал, что у меня... Где-то я закрыл этот... Окошко закрыл, где она? Вот она. Он показал, что у меня двойка встречается в строке в line 2 на 12 позиции. Ну, другими словами, как раз, собственно говоря, то, что я и хотел. Надо сказать, что я могу найти как первую, так и last index of, то есть последний индекс двойки, который попадается в строке, это номер 36, то есть, видимо, вот эта вот 32 находится на позиции 36, если хотите, посчитайте, я верю компилятору. И, в общем-то, этим заниматься не буду. Так, ну что, наверное, на сегодня хватит. Это был простой урок, но без него, собственно говоря, дальше двигаться нет смысла, потому что одна из частых работ разработчика – это из строки переводить в объекты, и объекты в строки, потом этих строках искать. В общем, это уже нюансы, мы про них поговорим в другой раз. Так, на этом все. Я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки, ну и все такое. Пишите, главное, правильный код.